Все сразу же мы скипаем. У нас сейчас идет загрузка, условно говоря, карты памяти. Скажем так, на жесткий диск она записывается. Вот, идут несколько роликов. Все мы их пропускаем. Мы выбрали Джилл, потому что, насколько я почитал, за Джилл спидранить побыстрее, за Криса я не пробовал, побыстрее и попроще. Вот, первым делом мы убираем пистолет и выходим обратно. У нас здесь должна быть знаковая наша сцена с первым зомби, где у нас поворачивается. Если кто играл в Резиденты, знает эту тему. Мы не будем ее смотреть, это очень долго для спидрана, мы этого не делаем. Мы выходим в дверь, возвращаемся обратно и триггерим кат-сцену, которая у спидранеров называется Cold Feet. Он говорит вот. Все. Теперь мы бежим к Берри. Пробегаем прямо. Пропускаем кат-сцену. Берем, значит, эмблему. И движемся обратно. Берри за нас убьет этого первого зомби. Мы кат-сцены все пропустим. И выходим обратно в главный холл. Здесь нужно не забыть нажать крестик. И открыть снова эту дверь. Прикол этого спидрана в том, что на самом деле абсолютно любой может его сделать, потому что здесь не нужно никакое богоюзерство. Здесь мы поднимемся наверх, используем стейрскейтинг. Я вам про него расскажу чуть-чуть попозже, что это за прием. Триггерим кат-сцену, забираем отмычку и выходим обратно в двойные двери, в dining room. Dining room — это столовая. Дверь мы будем смотреть с вами, потому что я играю на приставке, у меня нет DoorSkip мода. С DoorSkip модом это все гораздо быстрее, там еще можно переназначать контроллер. Мы двигаемся в комнату с нашим первым зомби, который должен был быть там и стриггерить нашу знаменитую кат-сцену. Проходим за ним, наш друг Кеннет лежит мертвый, который умер в первом ролике в нашем. Открываем эту дверь. Здесь у нас лестница. Вот на этой лестнице я вам покажу прием спидранерский, который называется стейрскейтинг. Мы двигаемся вперед и долбим просто кнопку бега. Квадрат прям мышим ее, пока не пробежим как можно быстрее. Таким образом, персонаж у нас будет лететь просто по лестнице, прям слайдить. Мы попадаем в Murder Hall. Murder Hall, он так называется, потому что тут можно очень легко откинуться. Проходим лысого зомби. Берем, значит, стрелу. Это наш первый сюжетный предмет. Здесь еще один зомби. Блять, скотина. Давай не ешь меня. Оставь, оставь, оставь. Ты в другой ран меня будешь есть. Здесь нельзя меня есть вообще все. Фух. Я, если честно, ребят, вообще не спидранер. Я занимаюсь спидранами первый раз. Я очень много играл в Resident Evil. Это моя самая любимая игра. Я ее фанат. Но вот так вот, чтобы прям засесть и заняться за скоростное прохождение, я никогда в жизни даже не думал о том, что чтобы этим позаниматься, что это прикольно. Вот, поэтому у меня нет некоторых навыков, и я вот неделю потратил на тренировку. Поэтому не обессудьте, здесь мы обходим зомби по внешней стороне. Здорово. Оп, до свидания. Здесь мы тыкаем правую сторону, чтобы тот зомби, который у нас находится, здесь не стриггерился. Осматриваем предмет. Используем его. И мы открываем проход в подвал. Там в подвале будет следующий сюжетный предмет. Мы сюда еще придем с вами. Здесь у нас будет первый босс. Стейрскейтинг опять. Профессионалы на компьютере переназначают клавиши, клавиши бега на правый аналог, чтобы крутить правый аналог максимально быстро. Здесь мы крутим предмет, смотрим его и получаем ключик. Все это дело проматываем и надеемся на то, что зомби сейчас не стоит у нас у входа, потому что если нас кусанет, то я сдохну. И мне придется перезапускать ран прямо сейчас. Хорошо, что мы начали не издалека. Стейрскейтинг. Зомби. Давай. Ну давай, цапай. Все. Вот так это делается. Это обычный кайт-зомби, который мы будем здесь делать очень-очень много. Выходим. Мы получили первый ключ. Стейрскейтинга немножко. И выходим в главный холл. Главный холл особняка. Двигаемся в восточную сторону. Там, где у нас статуя с картой. Мы ее брать не будем, мы будем проходить дальше. Там мы немножко подлечимся, потому что меня укусили и
скорость бега очень сильно зависит от вашего здоровья. То есть здоровье отображается несколькими пунктами. На самом деле у него есть количество ХП у нее, у персонажа. Но когда дело доходит до критического, то она, вот видите, начинает держаться за бок, и от этого мы бежим гораздо медленнее. Поэтому сейчас я заскочу в сюжетное место одно, возьму там химикаты, и там же я остановлюсь буквально на пару секунд, цапану травку и съем ее для здоровья. Прям по лицу было видно, как ей плохо. Мы заходим сюда. Выходим на улицу немножечко. Пробегаем дальше. Мимо собачек. Вот это мы хватаем. Это наши химикаты. Цапанем одну травку. Сразу же мы ее... Оп! И побежали. Все, видите, изменилась анимация. И эта анимация гораздо быстрее. После того, как мы взяли химикаты, мы движемся прямо. Очень важно на самом деле понимать управление персонажем и двигаться в правильной линии, по правильным сторонам. Это все дело привычки. На это нужно потратить очень-очень много времени. И есть разные-разные управления. То есть есть управление крестовиной, как я прямо сейчас бегал. Крестовина и кнопка квадрат — это бег. А есть управление аналогом. Оно помогает нам разворачиваться в разные стороны гораздо быстрее и удобнее. Вот, например, здесь, смотрите, корнер зомби. Оп, я от него отвернулся, обошел его. И сюда в уголочек. Все, дверь открыл. И мы движемся в правую дверь сейчас. Там возьмем еще два сюжетных предмета. Тут еще один зомби, он обходится по внешнему кругу, он никогда нас не беспокоит, если мы двигаемся по внешнему кругу к стене. В этой двери бежим прямо, забираем зажигалку, разворачиваемся аналогом, хватаем здесь, да хватай уже, хватаем цветок, фу, блядь, свисток, пардон, и выходим применять этот свисток к собакам. Это первое сложное место, на котором реально можно задержаться, на котором очень много рандома. До свидания. Всего доброго. Здесь зомби. Смотрим, как он повернут. Оп, проходим его. На секундочку я остановился здесь, чтобы просто глянуть, с какой стороны он находится. Рандом в игре такой, что зомби всегда здесь находится, в этом месте, но может быть там в двух или в трех направлениях. Поэтому иногда стоит просто-напросто на секундочку остановиться и глянуть. Мы возвращаемся в столовую второго этажа. По дороге мы возьмем кинжал. Кинжал — это наш предмет самозащиты, который может нам помочь в борьбе с собакой прямо сейчас. Там есть несколько способов прохождения ее. Самый быстрый — на компе на 60-120 FPS. У нас есть несколько вариантов, если нам прокнет быстрая стрельба с пистолета, если у нас получится увернуться и если у нас получится воткнуть собаке в шею нож. Поэтому будем надеяться на все самые лучшие случаи. Заходим сюда, встаем в это место, берем пистолет и применяем свисток. Целимся, ждем собаку. Она нас укусила, это очень плохо. Это трата времени. Нужно подлечиться, иначе она меньше заживет. Отпусти, отпусти! Да, господи, все, я умер. Ах, твою мать. Мне придется перезапускать ран. Сорян. Это очень unlucky место и просто проклятие. Нечего другого сказать, извините, пожалуйста. Итак, мы снова в меню. Еще раз. Выберем другой костюм для разнообразия. Еще раз прошу прощения, ребят, за то, что я здесь сдох. Хорошо, что я сдох здесь, а не где-то. Это действительно очень сложное место, которое я, честно, без рандома вообще не могу проходить. Все, я все проматываю очень быстро.
Ребят, кто смотрит мой стрим или кто смотрит стрим на Russian Underground Speedrun Community, я не вижу комментариев, потому что я играю с PS4, и меня в данный момент рестримят непосредственно на канал Русск. Убираем пистолет, выходим в дверь. Снова все проматываем. Еще раз триггерим дверь. Проматываем. Извините за паузу. Продолбил кнопку. Берем, значит, эмблему. Проматываем и выходим обратно из комнаты. Здесь нужно не забыть крестик нажать, потому что после этого игра останавливается и ждет нашего движения, наших действий. Проматываем. Не туда побежал. Стейрскейтинг. Обратно. Спускаемся. Триггерим катсцену. Забираем отмычку. И выходим обратно в Dining Room. Бежим в дальний холл. На самом деле, изначально я хотел взять категорию 100%, то есть на лучшую концовку, где нужно спасти еще троих человек в процессе игры. Но я, к сожалению, не укладывался в Estimate, и поэтому попросился сменить категорию на Any%. Там просто во второй половине рана не нужно забегать в некоторые комнаты, и поэтому это будет побыстрее немножко. Почему Джилл? Ну, не знаю, потому что мне девочки нравятся больше, чем мальчики, поэтому Джилл. Вот. На самом деле я люблю абсолютно обоих персонажей. Зомби, пошел вон. Вообще не до тебя. Берем, значит, ключик. Этот зомби здесь не заспавнился. То есть есть элемент рандома на самом деле в этой игре. С точки зрения спавна некоторых врагов, с точки зрения спавна их в определенных местах. Поэтому побежали дальше. Теперь мы выходим на кладбище. Но на самом деле спидран Джилл, ну и Джилл, и Криса, обоих сценариев на 100% точно так же осуществим на консоли, на любой, на PlayStation 3, даже на GameCube, на PlayStation 4, на компе, везде. Здесь тоже нет зомби. Везде его можно осуществить спокойно, используя все нативные способы консоли. Кстати, вы, наверное, заметили, что у меня игра на японском. На японском игра действительно быстрее триггерит текст. Еще быстрее она триггерит его на Chinese Traditional, но китайского языка нет в консольной версии. Он есть только на ПК. Поэтому, если вы играете на ПК, для спидранов используйте Chinese Traditional. Это самый быстрый ввод текста. Да, господи. Долбим кнопку, просто пропускаем кружок и бежим дальше. Я как человек, обычно проходящий игры у себя на стримах на максимальной сложности, погружаясь там в лор, там вот это все стараясь, мне очень сложно постоянно долбить одну и ту же кнопку, чтобы пропускать катсцены. Поэтому иногда я долблю не так быстро, как должны долбить спидранеры. Если вы будете смотреть раны того же самого пессимизма, это, конечно, будет в миллионы раз быстрее. Насколько я помню, рекорд у него там меньше часа в Doorskip моде. То есть это реально влияет. Каждая дверь занимает где-то около 7 секунд. 7-10 секунд загрузки — это каждая дверь. Они, насколько я помню, не влияют на таймер игры. В игре тоже ведется таймер. И в конце нам скажет, за сколько мы прошли. Насколько я помню, двери и катсцены не влияют на него. Но я могу ошибаться, правда. Вообще, мой любимый Resident 2. Оригинальный второй и ремейк второго для меня это вообще подарок. Он, кстати, будет на русскофоне
Вот, в какие-то дни ближайшие его будут спидранить, это очень круто. Я решил не брать его, потому что это достаточно попсовая игра. И взять что-нибудь такое вот прям необычное. Я очень хотел вообще поиграть в классический первый Resident 96-го. Но я подумал, что вам будет очень больно смотреть на эти квадраты, которым уже больше 25 лет. И решил взять HD ремастер. По эстимейту там разница всего, по-моему, в 15 или 20 минут. Поэтому не сильно важно. Но тут хотя бы смотреть приятно. Хотя бы выглядит все здорово. Итак, мы возвращаемся к месту под лестницей. Мы здесь еще с вами будем много раз. Я называю это место Гарри Поттер, потому что под лестницей. Здесь мы будем скипать зомби. До свидания. Стейрскейтинг. Поднимаемся в уголочек. Давай. Ну. Оп. Я не силен в этом, но там есть прям определенные тайминги, когда ты можешь встать перед ним, отодвинуться назад, он на тебя таунтнется, и можно отходить вполне. То есть, если просто потратить побольше времени, то можно смело научиться, и будет очень даже круто. Это реально выглядит на спидранах прям капец как круто, когда люди такие, ну, на максимально спокойных щах залетают просто, и начинают прям кайтить зомби такие, прям контролят все это дело. Это очень прикольно выглядит. У нас из самого крутого, что будет на середине рана, я вам покажу один скип. Прямо лютый скип. Вообще, здесь тоже нет зомби. В этот раз. Ну, ломится в дверь. Они могут открывать двери, если что. В отличие от оригинала, в ремастере зомби могут проходить сквозь двери. Иногда они будут менять свое положение. Теперь мы бежим к собакам. Там, где мы умерли с вами первый раз. Я очень надеюсь, что в этот раз я там с вами не умру. Потому что это реально одно из самых сложных мест, если не самое сложное вообще во всей игре. Потому что я возьму ножик. Потому что на 30 FPS у меня пистолет просто, ну, вы понимаете, он реально медленнее стреляет гораздо. И на 60, а тем более на 120, совершенно другая стрельба, совершенно другой проход через эту локацию. А увернуться вот так вот, как прям профессионалы делают, я, к сожалению, пока не научился. Для меня это очень сложно вот так вот двигаться, поэтому мы выходим сейчас и будем драться на своих. Я беру пистолет, использую свисток, целюсь. Бегу. Бежит собака, я ее слышу. Вот, вот здесь. Здесь я даю ей кинжал, и она умирает. Вон там лежит ошейник. Забираю его. И мы выходим. Все. Все. Это все, что нужно сделать. Это самый простой и самый быстрый вариант прохождения этой комнаты через кинжал. Снимаем. Идем дальше. Здесь кайтим зомби. Через Murder Hall. Вот он здесь стоит. Здорово. Опа. Ну, так примерно это делается. Возвращаемся обратно в Murder Hall. И здесь мы выдвигаемся вот в эту комнату. Этот друг нам еще даст просраться, который встал сейчас. Не забывайте его. Стейрскейтим здесь наверх. Поднимаемся сюда. Берем ключ. Это ключ брони. Это второй ключ, который мы находим здесь. Старайтесь минимизировать количество нахождения в инвентаре, потому что оно занимает время. Это у вас называется оптимизация. Здесь нужно прокрутить его, стригерить. И это замена нашего ключа. Мы его используем сюда. У нас останавливается движение шипов. И мы возвращаемся обратно. Немножечко стейрскейтим. И возвращаемся в столовую второго этажа. Сейчас мы с вами возьмем оружие. Нам нужно пройти через Murder Hall. Проходим мимо. Зомби. Блять, да что ж такое? Отпускай. Очень сильно зажали, прям анлаки. Здесь вообще анлаки. Он может находиться там буквально в трех местах.
Поэтому иногда его удается пробежать очень быстро, иногда вот приходится его стригерить. Мы бежим в восточную часть особняка, второй этаж. Будем там забирать гранатомет. Гранатомет — это наше основное оружие в этом спидране. Я на самом деле мог обойти справа, это было бы немножко быстрее. Вот эту дверь мы открываем только что взявшим ключом. Только что появившимся у нас ключом. Проходим вперед. Там будет наш друг Берри. Когда вы будете много бегать эту игру, вы оптимизируете маршруты, научитесь проходить мимо. Вот наш гранатомет. Научитесь спонсовать вокруг препятствий разных. Возвращаемся обратно. Здесь нам больше делать нечего. Ну-ка, открывай. Гранатомет взяли, и теперь мы идем к следующему нашему другу, к следующему нашему сопартийцу, которого зовут Ричард. К Ричарду мы вернемся раза, наверное, три за спидран, если не четыре. Я, честно, не помню, сейчас вот вылетело из головы. Ричард у нас находится вот прямо здесь. Вот эту дверь мы открываем ключом, только что полученным. Катсцену я пропущу, потому что мы на спидране. Но, в общем, он здесь лежит и погибает от того, что его укусила змея. И он нам говорит, что ему очень плохо, и нужно сходить за сывороткой, чтобы его вылечить. Сейчас нам карта показывает, куда нам нужно двигаться. Мы выдвигаемся обратно в столовую. Через второй этаж. Эта тема на самом деле была точно такая же и в оригинальном Резиденте 96-го. Там также было несколько концовок, и также нужно было для некоторых из них, для некоторых определенных движений, спасти Ричарда, принести ему сыворотку. И также эта сыворотка нужна, если нас укусит змея, отравит нас, и нам нужно будет лечиться ей. Поэтому сейчас мы, когда будем двигаться к змее, это маленький спойлер такой, нам очень важно, чтобы она нас не укусила. Потому что если она нас укусит, мы получим статус отравления и будем все время спидрана двигаться медленно. Это будет очень плохо. Там зомби ломится в дверь, а здесь, когда мы стейрскейтим, он никогда на нас не заспавнится. Максимум немножечко наблюет. Заходим за писалку. Сейчас мы здесь немножечко поменеджим инвентарь. С инвентарем. Здесь два раза крестик нажимаем, чтобы было быстрее. Выкладываем пистолет, выкладываем нож и выкладываем желтый ключ. Здесь рядышком берем сыворотку и выходим. Выходим мы немножко в другое место, в другую сторону, не обратно к Ричарду, чтобы еще по дороге взять парочку сюжетных предметов. Там же мы сможем немножко подлечиться, потому что меня кусанули. Здесь зомби, посмотрим его. До свидания, всего доброго, хорошего вечера. Увидимся в следующем ране. Проходим дальше. Здесь мы идем в дальний коридор. Просто бежим. По дороге там был защитный предмет, такой же как нож. Это электрошок. Если вам нужен, можете его взять. Я не буду останавливаться, я рискну и пробегу прямо. Здесь нам нужно использовать химикаты. Вы можете не заходить, использовать их прямо вот здесь, чтобы не тратить время на смену экрана. Ролики не проматываются. Подходим сюда. Дергаем первый рычаг. Первую надпись. У нас умирает растение, которое даст нам проход вперед. Я на секунду остановлюсь, чтобы скушать травку и подлечиться. Чисто ради безопасности, ради того, чтобы пройти. И забираем первую маску. Эта маска одна из четырех. Это наши основные сюжетные предметы, которые нам понадобятся для дальнейшего прохождения. Используем травку и выходим. Эта травка, это опционально, это только потому что вот меня укусили, и я там в Мёрдерхолле немножечко накололся. Возвращаемся через дальний кабинет. Здесь просто зомби вываливается. Если вы бежите, ничего с ними не случится, они вас не тронут. Открываем дверь. И бежим дальше к Ричарду. У нас есть сыворотка для Ричарда. И мы несем ему сыворотку. Возвращаемся в dining room, столовая. Проходим мимо нее. Нам тут нужен будет еще один предмет сюжетный через какое-то время. Проходим через главный холл. Поднимаемся на второй этаж через стейрскейтинг.
долблю квадрат, насколько могу. У меня уже болит большой палец. Я играю на DualShock. Заходим к Ричарду. Отдаем ему сыворотку. И движемся чуть-чуть вперед. Сейчас покажу, там будет еще одно место. Здесь мы пропускаем кат-сцену. Бежим дальше. Здесь мы свернем налево в комнату одну дополнительную. Там нужно будет кое-чего взять. Здесь у нас будет зомби тусить, смотрите. Оп, оп, обходим его здесь. Оп, до свидания, всего доброго. Заходим в эту дверь. Здесь у нас тоже будут достаточно мощные преграды. Тут будет один очень вредный зомби. Сюда подходим. Используем здесь зажигалку. Кстати, у Криса вместо отмычки здесь зажигалка. Нам не нужно ее забирать. Двигаем два раза. Заходим сюда. Да заходи уже. Еще раз не додвинул. Твою мать. Зомби. Ах. Его можно избежать здесь. Я занервничал и не смог. Он меня укусил очень больно. Выходим, берем ноты. Да что ж такое? Что, я здесь умру, что ли? Нет, не могу я умереть здесь. Нельзя. Нельзя. Все, и выходим. По дороге через Ричарда возьмем немножко травок и тоже подлечимся. Заметьте, что зомби отсюда ушел. Это, кстати, будет очень важно, потому что он появится потом. Проходим здесь. Я возьму немножечко травок. Хотя бы одну надо съесть. Все, желтое здоровье. Проходим дальше. С желтым здоровьем мы бежим так же, как с зеленым. И сейчас мы двигаемся обратно в dining room. Это наша столовая с вами. Из столовой мы будем проходить в новую комнату совершенно. Комната с роялем. Где мы будем использовать только что взявшие... только что взявшие нами ноты, наверное, так будет правильно сказать. Стас, поправь меня. И будем использовать их для получения нового сюжетного предмета. На самом деле, прикол спидрана в том, что мы просто пропускаем гору комнат, гору всяких разных сюжетных предметов. Если я не ошибаюсь, их 40 с чем-то, 45 или 47 в обычном резиденте, но нам нужно, по-моему, там меньше 20, 15 или 17 для того, чтобы заспидранить эту игру зомби. До свидания. Да что ж ты... Ну отпусти! Очень плохо прохожу, очень плохо. Прям... Прям так нельзя делать. Это не спидран. Здесь двигаем один раз. Этого достаточно будет, чтобы открыть хитбокс. Вот. Мы взяли вторую часть. Двигаемся к роялю. Комбинируем две части и используем. Проматываем катсцену. Она играет лунную сонату. Проходим вперед, забираем большую эмблему. У нас закрывается дверь. Вместо большой эмблемы мы ставим деревянную большую эмблему. Ну и вы понимаете, куда мы будем использовать золотую. Она у нас идет в dining room вместо той деревянной, которую мы с вами взяли. Нам надо бы найти аптечку, потому что у меня красное здоровье, это вообще не дело. Но здесь мы пробежим через зомби мимо. Он будет стоять к нам спиной смотреть. По дороге где-нибудь цепанем аптечку. Дальше... Не будет сложно. Так. Отвали. Ты меня прям раздражаешь. Возвращаемся в столовую. Сюда, значит, ставим золотую эмблему. У нас звонят часы. Ну, они не звонят, они сейчас зазвонят, когда я к ним подойду. Здесь нужно будет решить загадку. Загадка простая, к ней разгадка слева, но я решу ее просто тыканием. Нажимаешь крестик вправо. Ой, блин, я промазал. Да. Вот это влево вернем обратно. Два раза нужно нажать. Да, вправо и крестик. И все. И на 6 часов. Нет. Я поторопился и нажал кнопочку не туда, куда нужно.
Здесь мы берем еще один ключ особняка. И выходим в главный холл. Выходим в главный холл, чтобы вернуться обратно к Ричарду. И идти к змее, наконец-то, к той самой змее, которая его покусала. Это будет наш первый, ну, серьезный босс. Не то, что серьезный, на самом деле босс в этой игре, но мы его скипнем. Очень-очень просто и быстро мы его скипнем и не будем драться с ним. Там есть одна очень легкая и веселая механика. Там на самом деле просто паттерн ходьбы определенный. Я вам сейчас его покажу. Здесь мы возьмем еще одну травку, просто чтобы бегать быстрее. Я очень много урона получил. Нет, я все равно не бегаю быстрее, чем нужно. Проходим прямо в этот раз. Вот эту дверь открываем новополученным ключом. И заходим в место босс-файта с первым нашим боссом, змеей. Вот она, собственно, появляется. Такая красивая, большая, вкусная. Кто-нибудь ел змей, кстати, чат? Проматываем. Это очень плохо. Меня она укусила, это очень плохо. На самом деле, здесь бы хорошо было перезапустить ран. Потому что я получил статус отравления. Но мы пока побегаем так с вами. Ричард умер. Выходим, проматываем катсцену. Мне показывает, что мне плохо, и мне тоже нужно использовать сыворотку. Для того, чтобы излечиться. Мимо зомби пробегаем. Выходим. И сейчас сходим еще в одну дверь рядышком, чтобы получить еще одну маску. Это наша предпоследняя маска. Вот сюда мы открываем дверь этим ключом. Здесь нужно будет решить небольшую загадку. Тут тоже есть подсказка рядом, но я знаю решение. Я вам сейчас его расскажу. Бежим дальше. Верхняя и правая. Верхняя правая статуя. Нижняя левая статуя. И нижняя правая статуя. Я просто давлю аналогом, и она сама все двигает. Потом тыкнем кнопку посередине. И открывается засов, где лежит шкатулочка. В ней, собственно, еще одна маска, которая нам нужна для прохождения дальше. Мы это забираем. Выходим. Выходим отсюда. И мы сходим сейчас в комнату под лестницей. Не кусай меня, ну пожалуйста. Вообще не хочу, чтобы ты меня укусил. Тут ломится зомби. Я могу зайти сюда сейчас? Да, все. Он перестал ломиться. Нужно сменить карту, сменить кадр. И можно пройти сюда будет. Там будет здоровечко у нас впереди. По внешнему кругу мы сможем его оббежать. Вот так. Здоровечко. И заходим в записалку. Здесь нас интересуют патроны. Возьмем спрей еще. Чтобы восстановиться полностью и взять патроны. Потому что во время отравления мы получаем урон. Это дот висит на нас. Выходим отсюда и бежим в новую комнату. Решать еще одну загадку с воронами. Если вы помните ее из оригинального Резидента, она здесь тоже есть. Она немножко видоизменена, но суть одна. Здесь нам игра промтит о том, что эта дверь сломается при этом прохождении. Но нас это не волнует. Мы с этой стороны больше в нее заходить не будем. Открываем эту дверь ключом, который только что получили. И решаем загадку с воронами. Все очень просто. Первая картина. Бежим дальше, заворачиваем за угол. Первая картина за углом. Тык.
И следующая картина. Это витражи даже, а не картины. Все, загадка решена. Открываем здесь. Готово. Впереди нас ждет еще одна маска. Это наша последняя масочка, которую мы идем применять в подвал. Подвал кладбища. Под кладбищенское пространство. Не знаю, как его назвать. И там будет еще один босс, которого мы с вами убьем. Я вам покажу еще одну механику, которая называется Pump Cancel. Она касается как дробовика, так и гранатомета. Подходим сюда. Ставим первую маску. Вот эту с глазами. Открывается первая часть. Сюда подходим. Исследуем вот эту штуку. Вот сюда нажимаем. Сюда. И вот сюда. Используем ее. Теперь вставляем третью. Здесь очень мразотное место. Очень мразотный хитбокс. В него можно не попасть. Он очень вредный. Вот сюда. Используем. Не попал. Вот, попал. Перед тем, как использовать ее, мы экипируем гранатомет. Вставляем. И у нас появляется наш босс. Это Crimson Head. Сейчас я подойду к нему. Под ним лежит предмет, который нам нужно будет получить. Он убивается очень легко. Катсцена не проматывается. Некоторые катсцены здесь нужно будет смотреть. Обязательно. Выходим на центр. Даем ему шот. Он ложится. Подходим к нему. Даем еще шот. Он встает. Отворачиваемся. И даем еще шот. Отходим. И еще шот. Все. Он умирает. Нам нужно дострелять будет эти два шота, чтобы освободить место в инвентаре. Unequip. Пушку. И бежим дальше там, где он лежал. Забираем сюжетный предмет. У нас открылась дверь. Мы забрали Stone and Metal Object. И выходим наверх. Поднимаемся стейрскейтинг. Подвал босс убили. И возвращаемся обратно через ворон. Так будет гораздо быстрее. Мы здесь открыли шорткат. И там же мы буквально сразу используем наш предмет, который мы только что получили. Вороны наверху агрятся только тогда, когда вы неправильно вводите код, ну, то есть решение загадки в этой комнате. Поэтому здесь можно бегать сколько угодно, они агриться не будут. Впереди нас дверь. Здесь будет зомби. Хоп. Всего доброго. Обходим его. Здесь может заспавниться собака. Иногда тут тоже рандом. Вот слышите, шуршит. Заспавнилась. Используем. Как можно быстрее Stone and Metal Object. И выходим. Нам нужно двигаться в правую дверь от нас. Сейчас. Здесь лежит спрей. Он нам пригодится. Мы его возьмем. Потом расскажу, для чего он нам пригодится, пока у нас полное здоровье. Мы не будем его использовать. Спускаемся дальше. Здесь загадка с петухами. Здесь двух петухов нужно направить в нужное направление. Красный у нас направляется на уэст. Твою мать, не попал. Да, еще раз крутим его. Уэст. Есть. Они постоянно крутятся по-разному. То быстрее, то медленнее. С разных мест начинают. Катсцену проматываем. Проходим дальше. Здесь будет синий петух. Здесь по лестнице. Синий петух на N. Есть. Попал. N это North. Получается у нас. Открывается дверь. Стейрскейтинг. И выходим прямо. Бежим дальше, не обращая внимания ни на что. Бежим, бежим, бежим. Открываем дверь. И приходим в новую локацию для нас с вами. Которая называется Кейбин. Кейбин это что-то вроде
знаете, ну, я не помню, как на английском это называется, правда, но это что-то типа жилого места для персонала, вот так скажем. Здесь просто бежать, это геморройное место, потому что нужно знать, где деревья находятся, где бегать, это, ну, чисто время, практика, оптимизация. Вот так. Тут еще потом появится зомби, которого нужно будет оббежать. Вот мы двигаемся сюда, заходим. Здесь нам нужен один сюжетный предмет. Направо, дальше налево, налево, на лестницу, направо, вот здесь и вниз. Берем сюжетный предмет. Можно использовать спрей, пока у меня желтое здоровье, на всякий случай. И сейчас мы с вами встречаем Лизу. Лизу Тревор. Лиза Тревор — это персонаж, которого добавили в HD ремастере только. Она является каноничной. Лиза Тревор — это дочка проектировщика особняка, еще многих разных вещей, которые Джордж Тревор проектировал. И очень классно понимать с точки зрения лора. Сейчас я от нее увернусь и вам расскажу. Тут очень просто, надо немножко на нее двинуть вперед и назад. Идем вперед, скипаем и уходим. Все. Это все, что нужно. Очень классно осознавать, что Лиза Тревор является носителем того самого NE-паразита, из которого сделали Немезиса, того самого, который преследовал Джилл в третьей части. Так, вот сюда. То есть, по сути, если мы берем канон нынешний, то Немезис преследовал всегда Джилл. И, ну, это забавно, забавно. Это ее личный такой ночной кошмар, знаете. Мы выходим обратно, туда, куда пришли. Получается, это тот маленький сортирчик, где мы свернули направо и взяли спрей. Мы идем туда же, но в другую дверь. Там же. И будем перемещаться с вами в совершенно новую локацию для этой игры. Для вас. Но мы там тоже еще хорошенечко побегаем. Не то нажал немножечко. Пардон. То есть есть разница в управлении. У нас есть танковое классическое управление стрелками, на котором я сейчас бегаю. То есть вы нажимаете стрелку в любую сторону, и персонаж движется танковое. Почему танковое? Как танк, в ту сторону, в которую вы нажимаете. Соответственно, влево-вправо он поворачивается, тоже персонаж наш, как танк. А есть управление современное, аналогом. То есть вы управляете персонажем непосредственно от камеры. То есть где вы находитесь, в какую сторону вы нажимаете относительно камеры, туда будет персонаж двигаться. Это не очень стабильное управление, но оно очень сильно помогает избежать, например, врагов, резко повернуться и все остальное. Поэтому я рекомендую комбинировать управление в спидране и то, и другое, лишь бы вам было удобно. Здесь мы будем использовать нашу найденную только что рукоять. Вот сюда. Мы ее вставляем, крутим и осушаем резервуар. Ролик пропускаем. Пропускаем текст. Выходим на лестницу. Здесь все очень просто. Бежим прямо. Здесь особо никуда сворачивать не нужно. Все прозрачно и понятно. Бежим. Просто без оглядки. Кстати, вы наверняка знаете, что Resident Evil — это серия, в принципе, про спидраны. И здесь разработчики даже сами подначивают игроков для спидранов, создают всякие разные условия или антиусловия. И здесь в игре в том числе есть ачивка. Она называется так: «Бежим от птиц в эти решетки». Она называется «Беги без оглядки». Это пройти игру за 2 часа. То есть, ну, разработчики сами знают, что ее нужно просто-напросто пробежать. Поэтому мы с вами просто-напросто бежим, мансуем от змей.
В принципе, все, что мы делаем, это мансуем в этой игре. Мы, самое главное, мансанье здесь. Мы попадаем с вами в котиярд. Это такое, знаете, дом этих всяких разных спецслужб здесь. Идем в двойную дверь. Здесь сразу же зажимаем вперед налево. По внешнему кругу огибаем вот этого красивого паучка. Уходим вниз по лестнице. Впереди нас ждет красная книжечка. Берем ее. Разворачиваемся аналогом. Бежим дальше крестовиной. Поднимаемся. Если мы движемся быстро, нас паук этот вообще... Ах, сука, он побеспокоил меня все-таки. Я двигался недостаточно быстро. Сегодня два раза проходил. Он ни разу на меня не сагрился, на самом деле. Что у меня по здоровью? Желтое, нормально. Проходим здесь. Здесь нас едят щупальца. Шмакаем все кнопки, чтобы от них отвязаться. Проходим мимо. И бежим с вами в комнату 002. Это тоже первый раз, когда мы приходим в эту комнату. Мы в ней будем еще тоже несколько раз. Тут триггерятся кат-сцены. Мы их все пропускаем. Открываем еще одну дверь. Там выясняется, что Берри у нас двойной агент. Он разговаривает с Вескером о том, как помешать нам, членам Старс. И мы заходим вот сюда, в ванну. Здесь мы берем еще один ключик. Вот здесь мы берем ключик. Выходим. Выходим здесь, из комнаты 002, и возвращаемся обратно к щупальцам. Подозреваю, нам нужно будет вернуться в записалку, чтобы подлечиться. Потому что я сделал очень плохо и попался под змею. Но я, к сожалению, уже один раз ран перезапустил. Я ни в коем случае не претендую на мировой рекорд, даже не близко, даже не пытаюсь. Я просто хочу показать вам, что без особых навыков, без задротства и без каких-то гличей и багов абсолютно любой человек может немножко потренироваться и пройти первый резидент и резидент HD ремастер на любую концовку, на лучшую, на худшую. Просто на собственных силах. Съедим спрей. И выходим обратно. Чисто за него зашли сюда. Просто помню, что он здесь лежит. И вот так вот потратить буквально пару-тройку секунд. Проходим через щупальца. В любом случае здесь получим урон. Это быстрее, чем блокировать это место, чтобы не получать его. И возвращаемся обратно в комнату 002. Здесь мы пройдем немножко дальше. Да что ж ты... Это я вот остановился на секунду. Его на самом деле никогда он меня здесь не триггерил. Здесь двигаем один раз. Здесь двигаем один раз. Этого достаточно вполне, чтобы открыть хитбокс лестницы. Я прям просто на долю секунды остановился, и зомби меня схватил. Бежим дальше. Мы попадаем в резервуар с вами. Здесь остается для нас очень простая загадочка. Она такая же, как была в первом классическом резиденте. Мы толкаем один ящик, просто толкаем его, и все. Я использую крестовину, тыкаю вперед. Толкаем сначала один, потом другой. А потом третий.
К сожалению, здесь нет никакого варианта сделать это быстрее. Но мы с вами приближаемся к еще одному боссу. Это будет гигантская акула, которую мы с вами скипнем. Я вам покажу один очень прикольный спидранерский прием, который нужно немножечко потренировать. Но на самом деле, если вы его сделаете один раз, он у вас будет получаться всегда. Он у меня тоже получался всегда. Я надеюсь, что и в этот раз у меня тоже получится. Это прям шоу, ребят. Это прям весело. Это очень прикольно. Толкаем ящик до конца. Обходим его и доталкиваем дальше, создавая себе проход впереди. Ребят, я вижу ваши комменты, но я, к сожалению, не смотрю свой стрим и не могу вам ответить, друзья, поэтому извините меня, пожалуйста. Просто поглядите, как есть. Я сразу же использую эту травку, потому что дальше в следующей комнате я обязательно получу урон. Мы спускаемся вниз, в аквариум. И здесь у нас появляются новые враги, это акулы. Какая-то из акул нас по-любому схватит в одном или в другом месте. Мы просто бежим дальше, без остановки, по внутреннему кругу. Это будет быстрее гораздо. Поднимаемся наверх. Открываем дверь. И выходим решать загадку. Тоже, как сказать, загадка. У нее есть четкое решение. Ну, там есть один элемент рандома. Здесь мы появляемся в том моменте, когда игра триггерит нас как спидранеров. И просто угорает над нами. И дает нам большой элемент рандома. Акула триггерится нам в окно. Получается error. Мы нажимаем эту кнопку. Нам показывается вот этот кадр. Теперь мы нажимаем вот эту консоль. Снимаем здесь защиту. Дергаем рукоять. У нас идет движение стекол. Они ломаются. И нам нужно нажать вот здесь. Вот здесь мы возьмем. Нажмем 1. Не сработало. Оно рандомно. 2. Нифига. Все, получилось. Выходим и повторяем. Снимаем защиту. Нажимаем рукоять. И закрываем створки. Готово. Таймер закончился. Отжимаем кнопку и спускаем воду. За нами. Окей. Возьмем травку здесь. Так, на всякий случай. Потому что здоровье уже красное. Подлечимся. Окей, две травки. Использовать. Побежали. Сейчас я вам покажу... Neptune Skip, так называемый. Здесь будет босс, которого нужно решить определенной головоломкой. А мы с вами просто-напросто его в наглую пробежим. Ой, господи, дай вообще силы и возможности пройти этого босса. Пробегаем дальше. Форель у нас здесь лежит. Вот она, вкусная, классная, копченая. А вот это вот наша... повкуснее. Ту, которую мы будем с вами троллить сейчас. Залезаем сюда. Пытаемся взять вот здесь ключик. Этот ключик падает. Смотрите, он падает право за ней. Видите, он там сверкает. Спускаемся, значит, сюда. И движемся вправо. Хватаем ключ. И выходим. Всего доброго. Хорошего вечера. Увидимся в следующем ране.
Ну и все, и мы возвращаемся с вами обратно в комнату 002. Это где-то примерно половина прохождения всей игры, половина рана. Дальше будет больше беготни, меньше действий. Поднимаемся наверх. И мы выходим с вами в ту самую закрытую комнату, которая была в начале резервуара. Вот она, наша родная. Пробегаем ее. Поднимаемся по лестнице. Там будет наш тролль-зомби. Тот самый, который в прошлый раз меня кусанул. Желательно бы его избежать. Смотри. Оп. Доставь. Надо было на круг его пустить. Да уйди. Жестко. И с полученным ключом выходим в соседнюю комнату. Здесь мы берем в уголочке газ для того, чтобы продвинуться дальше. Сюда бежим, пробегаем через гигантских пчел. Они нам проблем не доставят. Берем газ. Блин, первый раз я бегу спидран с красным здоровьем. Я правда разнервничался и стригерил каждого зомби вообще, который тут только есть, блядь. Выходим. Движемся в уголочек вот сюда, к карте. Берем здесь карту. Ее, к сожалению, придется просто взять и все пролистать. Используем газ. И здесь элемент рандома по времени. То есть сколько будут здесь пчел находиться, столько времени нам понадобится для того, чтобы пройти эту катсцену. Она не проматывается, к сожалению. Это все рандом. Возвращаемся обратно. Там же, где мы взяли газ. И там берем еще один ключ. Там берем еще один ключ. И скоро у нас будет еще один босс с вами, ребята. Которого мы будем убивать. Скипать не будем. Лишь бы я только выжил. Потому что это дичь. Это просто полная жопа. С красным здоровьем это все бегать. Я душу мотал этого дела. Фух. Может быть, здесь есть здоровье какое-то, я уже не помню. На самом деле можно пройти босса, не получая урона. Это что? Это что лежит? Нет, инкрибоны не нужны мне. Это вещь для записи. Думал, здесь можно здоровечко взять. Берем книжку. Вставляем свою красную, которую взяли внизу. И решаем загадочку. Вот это мы меняем на середину. Еще. Вот это мы меняем на последнюю. И предпоследнюю мы меняем с предпоследней. Готово. Открывается дверь. Берем гранатомет. И выходим драться с боссом. Поднимаемся наверх. Используем pump cancel. Стреляем и отходим от нее. Дай твою мать. Проклятие. Чё, мне перезапускать еще раз? Но у меня есть сохранение перед Нептуном. Я специально это сделал на середине сохранения. Я абсолютно не ожидал 2 раза сдохнуть здесь, ребят. Извините. Пока марафоне решают, что делать, я перезапущу. Сразу еще раз. Тем более время заканчивается. Использую сохранение. Да. Мне пишут в Дискорде, используй сохранение. Да, я использовал сохранение.
Все, значит, я положу инкрибан. Здесь мы находимся перед Нептуном. Скипнем его еще раз. Это не так сложно. Так, вот здесь надо не попасть на него. Просто мимо его пробегаем, и все. Вот, видишь, это очень просто. Я там на секунду остановился. Одно движение. Одно движение. Хитбокс открывается. Спускаемся вниз. Все, быстро. Прям ни секунды задержки. Опять придется потолкать ящики. Между вот этими. Двигаемся вперед. Разворачиваемся. Толкаем. Возвращаемся обратно. Двигаемся вперед. Пуш, пуш, пуш. Но зато покажу вам еще раз скип Нептуна. Возьму травку. Кстати, я на этом сохранении не заражен. Это очень хорошо. Я буду бежать быстрее, если вы заметили. Вообще нормальные спидранеры перезапускают после того, как их укусило. Но я больше перезапускать не могу. Это вот последний мой шанс. Я и так слишком много умер здесь для вас. Сразу отхиливаемся, чтобы бежать быстрее. Поднимаемся вперед. Открываем дверь. Заходим. Сейчас быстренько решим головоломку. На этом сохранении она на цифре 3. Я специально тестил. Это у меня прям запасной вариант здесь был. На самом деле, я его сделал запасным на случай, если я не смогу пройти Нептун скип. Я не думал, что я умру в другом месте. Нажимаем. Есть. Дергаем рукоять. Пропускаем текст. Номер 3. Опять же, напомню, это не всегда номер 3. Это рандомно при каждом запуске игры. Снимаем защиту. Дергаем рукоять. Включаем дальнюю консоль и закрываем створки. Все, спускаем воду. Идем к Нептуну. Пустим, как говорится, Нептуна. Вперед, открываем. У меня тут кот с ума сошел, носится. Проходим двойные двери.
Проходим мимо. Селедка. Там большая селедка. Спускаемся вниз и бежим вправо. Забираем ключ. Выходим. И с полным здоровьем уже гораздо увереннее и спокойнее двигаемся дальше. Поднимаемся наверх. Сейчас мы пойдем обратно сражаться с растением 42, которое, ну, в игре оно так называется, Plant 42. Открываем дверь. Попадаем в резервуар. Бежим. Поднимаемся на лестницу. Наш тролль-зомби. Да ёлки. Ну давай. Мне некогда. Абсолютно некогда, мужик. Ну, в самом деле, зубы почисть. Фух. Все, новополученным ключом открываем соседнюю дверь. Берем газ и применяем его на пчел. На самом деле, сложности, честно вам скажу, хоть и, может быть, это выглядит, как будто я потею тут, как тварь. На самом деле сложности в этом спидране нет никакой. Здесь все только на заученных проходах, на заученных местах, где находятся враги, где находятся предметы. Ну и кайтить зомби тоже надо уметь. Это навык, который просто приходит со временем. Первое время у меня абсолютно не получалось. Сейчас получается, ну вот, хоть как-то вполне. Конечно же, рандом, но он мало влияет на самом деле. Это прям минимальная тема. Заходим обратно в эту дверь с пчелами. Забираем там ключ. Идем сражаться с боссом. Снова. В этот раз я попытаюсь не получить урона вообще никакого. Опять же, повторюсь, сложность игры не влияет на спидран. Она одинаковая. Разница в сложности только в количестве получения урона и в количестве получаемых патронов в игре. Есть единственная разница в сложности, которая получается после прохождения, называется Real Survivor. Там другое расположение врагов, другое расположение предметов. Абсолютно. Находясь здесь, мы сразу же забираем эту штуку. Экипируем гранатомет, используем. Здесь паттерн один и тот же. Вот это середина. Окей. Вот это. Вот это. И вот это. У нас получается вот это. Нет. Что-то не так сделал. А, последний поменять ее, да. Вот это. С последней. Все, выдвигаемся в дверь. Стейрскейтинг. Поднимаемся наверх. Долбим квадрат. Подходим к ней. Даем ей шот. Промазал. Перезаряжаемся. Да не то. Все, она получила урон.
Сейчас надо немножечко побегать, пока она откроется еще раз. Ох, скинула, да господи. Как же жестко. Поднимаемся наверх. Чемпионы мира убивают ее буквально за 3 секунды. Не, все, ребят, это жестко. Это прям кирдык. Я запарился здесь умирать вообще. Честное слово. И у меня опять сохранение от Нептуна. Может быть, следующего пускать? Мне нужна помощь из Дискорда. Я пока загружаюсь, на всякий случай, чтобы не тратить время. У тебя есть другие сохранения? Нет, у меня только одно сохранение. Только одно здесь. Я не рассчитывал, что я буду так умирать. Абсолютно. Я даже не мог их скачать на плойку, чтобы у меня была куча сохранений, потому что я плойки. Ладно, раз так, то, к сожалению, объясню, что так получилось, заканчивать. Да, ребят, я здесь остановлю. Еще раз. Я очень-очень сильно прошу прощения за то, что я не смог пройти этот спидран. Я, к сожалению, не спидранер, и я очень бы хотел попробовать, очень бы хотел вам показать, что каждый, собственно, может пройти его, если не будет косячить, будет проходить все места так, как положено в этом месте, в этих ранах. Вот, обязательно попробуйте, это очень крутая игра, я обожаю Resident, их всех можно спидранить таким образом, у вас обязательно получится. Спасибо за то, что смотрели, спасибо за то, что были рядом. Я занял, к сожалению, слишком много времени и не могу пройти его полностью. Спасибо большое Стасу за то, что позвали меня, спасибо большое Саше за то, что пропустили меня. Очень рад вас был всех видеть, всего вам доброго, будьте здоровы, хорошего вечера и хорошего продолжения вам марафона. Я отключаюсь, ребят, всего доброго.